Всего за одну подписку ты можешь получить шанс выиграть PlayStation 4, последний iPhone и Apple Watch, фитнес-браслет Xiaomi и еще целую кучу всего из бесплатного кейса от Lucky Ray. Заходи в паблик Lucky Ray, подписывайся и напиши в сообщение сообществу «Бот, дай код», и бот автоматически выдаст тебе промокод, с помощью которого ты сможешь открыть бесплатный кейс с крутыми призами на сайте. Выигрывай крутые девайсы, заказывай доставку или продавай их прямо на сайте, чтобы открыть еще больше кейсов. Ссылка в описании, и не забудь написать в комментах, что тебе выпало. О, мой бог, это прекрасно! Не заходите сюда, это все мое! Ого! О, мой бог, у тебя очень редкий проб. Да, вот именно. Где ты это нашел, чувак? Я заплатил за нее $75. Окей, 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 я понимаю, понимаю. Это выгодное приобретение. Ох, черт, ты это видел, Му? Ты это видел? Я видел, надо бы потереть ему зад. Я здесь один? Да, ты определенно здесь один. Посмотрите на этих овечек на стене. Раз, два, три, четыре овечки. Он по-любому увидел меня, так ведь? Нет, он отвлекся на овечек на стене. Оу, смотрите, какой проворный малый. Стоп, парни. Вау, нет. Стоп, что это? Ты должен стать этим. Стать переносчиком. В следующем раунде. Да, в следующем раунде. Они говорят про корону, они говорят про корону. Это источник. Я убью всю корону. Кроме этой, потому что... Да, кроме этой. Так держать, Брок, так держать. Это мой тиммейт, это было жестко. Брайан! Брайан, какую страну мы зародим следующей? Видимо, никакую. Пусть монтажер напишет, что его убила не гравитация, а корона! Нет, нет, это невозможно. Корона не может убить корону. А, так ты был короной? Да, я был короной. Секунду. Я стал призраком. Что за хрень? Ты опять говорил, нажав Ctrl? А, да, сорян. Окей. Окей, так держать, парни. Его убила гравитация, это мне знакомо. Оу, да это же джекпот. Ох, Брайан. Кажется, он нашел секретное место. Походу, они превратились в бутылки короны. Я на улице. Тут просто супер. Короче, Эван, что бы ты ни делал, не ходи на улицу. Окей, окей, даже если все супер. Да, даже если все супер. Я только это сказал и вдруг слышу. О, Делириус. Делириус присоединяется к игре, какого черта? О, привет. Ах ты, сукин сын! Здрасте. Привет. У тебя что, тоже нашли корону? Нет. Привет, Wildcat, теперь ты в безопасности. Да? Да, теперь ты в безопасности. А вот ты теперь не в безопасности. Я нашел взрывные бочки. Ох, черт, капец, как их много. Кажется, это нифига не к добру. Не знаю, переживу ли я это. Давай, Тайлер, перетаскивай их. Замолкни, ты же в моей команде. О, ну ты крыса, ты крыса. Что может быть хуже короны, только крысы? Парни, я в подвале. Я начинил это место взрывчаткой. Мы взорвем этот вирус к чертовой матери. Сердца! Я выжил, и что здесь делают эти сердца? Какого черта? Сегодня разве день Святого Валентина? Вы знаете, где он? Он читер! Нет, я не читер! Я не читер! О, Тайлер рядом! Он за этой штукой! Тайлер рядом! Он за этой штукой! А вот и нет, я убежал! Он сваливает! А, он корона! Пока, парни, пока! Оу, найс! Вау, вы серьезно? Я же был за углом, я был за углом! Привет! Оу, Венос! Он был краской или типа того, баночкой! Он был баночкой! О, я понял! Черт, я улетел в окно! Гравитация убила Вайлдкэта! Я вылетел! О мой бог, Брок! О, он доволен! У Брока как будто пошла пена изо рта! Как дела, Делириус? Что такое? Ты где-то тут? Нет, он не там, он где-то на крыше! На крыше? Да, на крыше. Да, он точно на крыше, я вижу фонарик. Да, вот только это мой фонарик. Не делай этого, Ногла, не делай этого.
Нет, я спрыгну. Оу, что? Он тут! Давайте, он здесь, он на крыше! Нет! О, мой бог! Гравитация убила Му! Ох, блин. Брок упал прямо на свой канал. Блин, чувак. Да, я думал, он спасет меня. Это было хорошее место для меня. Что мы тут делаем? Прыгаем вот туда, хотя нет, забудьте. Что это было, Терроризер? О, мой бог! Вы оба вылетели в окно, не так ли? О, господи. Ладно, наглое. Никакого давления, бро. Просто 300 секунд мечты, погнали. Да, спасибо, парни, спасибо. Где ты есть? Погоди-ка, эта штука сломана. Эй, мелкий сучонок! Делириус! О нет, прости! Вау, Делириус, ты спалил его с потрохами! Он был маленькой баночкой колы, рядом с которой бегал призрак Делириуса. Кстати, у меня вместо Делириуса знак ошибки. У меня идея, но не знаю, сработает ли. Стоп, что вы делаете? Смотри! О, черт! Ох ты ж, господи Иисусе! А вот и ошибка! Ты решил не менять скин? Так говорят мои родители, когда я приезжаю к ней. А вот и ошибка! У меня есть лосьян! То, что нужно в наши дни. Да, не забывайте мыть руки! Это мой членосанитайзер! Да! Что за... Наверное, это самая чистая часть его тела! Чертов член! Он натирает его по 8 раз в день! Нагло, то, что ты широко открываешь рот, не очень полезно при коронавирусе. Так почисти мой рот своим санитайзером. Своим членосанитайзером. Да где они есть? Я слышу, как они ходят и прыгают. Они могут быть на крыше. Да, возможно. А, да пофиг. Срань господня. Погодите-ка, погодите. Что? Я застрял. Где ты застрял? Он застрял в чулане. Помогите! Вы заперли его в чулане? Ублюдки! Что такое? Они здесь! О боже! Стоп! Я в порядке! Посмотри на меня, на меня! Секундочку! Где они были? Они были... А, это туалетная бумага! Гасите ее! Срань господня! Этот готов! Ох, черт! Парни, никуда не уходите! Я и не собираюсь уходить! Я никуда не собираюсь уходить. Они как будто под полом. Выходите с поднятой туалетной бумагой. Оставайся там. Они открывают и закрывают дверь. Открывают, закрывают дверь. Открывают, закрывают дверь. Они как будто в полу. А вот и нет. Открывают, закрывают дверь. Я смотрю повсюду. Они продолжают открывать, закрывать дверь. Открывает, закрывает дверь. Отвечаю, они в полу. Нет, помогите. Один из них холодильник. Да ладно, как ты догадался? Готов. Но дверь продолжает открываться и закрываться. О боже, умри. Ошибка мертва, леди и джентльмены. Блин. Может, он тот рулон туалетной бумаги? Шмальни гранатой. У меня нет гранат. Привет, Брайан. Посмотри вниз. Привет, Брайан. Оу, так он был не тут. А я думал, что он где-то поблизости. Да, он просто спрыгнул. Нагло, ты где? Я лекарство. Если меня выпить... Он отбеливатель. Вы почти точно избавитесь от коронавируса. Да, 100%. Если вы выпьете отбеливатель, вы не умрете от коронавируса. Это 100%. Ага, чисто по фактам. Дисклеймер, не пейте отбеливатель ни в коем случае. На самом деле, это очень опасно. I'm Wildcat, доктор медицинских наук. Привет. Опаньки, привет. Я нашел лекарство, леди и джентльмены. Если это лекарство, почему ты не вылечил ее? Парни, идите сюда, я вылечу эту женщину. Давайте сюда, не стреляйте в него. Ну давай, вылечи эту женщину. Окей, я вылечу ее. Брок, ты идешь? Погоди. Нет, вам нельзя смотреть, как я буду лечить ее. Вы должны выйти, оставайтесь за дверью. Окей, ладно. Вы не должны это видеть. Ладно, мы откроем дверь, и она должна быть вылечена. 3, 2, 1. Она излечилась. Пошли вы, парни. Пошли вы, парни. О, Брайан! О, Брайан! Он снова сделал это. Он опять остался один и снова сделал это. Это хорошее место. Хотел бы я быть здесь. Wildcat, тут новости про свиней в этой газете. Нет, по телеку. По телеку и в газете. Включи телек и... Пропы победили.
Он прятался за телеком, он столкнул его, и я убил его. Но было уже поздно. Сюда, Делириус, иди сюда. Окей, я здесь. Стой сюда, сюда. Окей, я стою. Окей, смотри на стену сзади и стой там. К тебе там еще бутылка побежала, убей ее. Так, ты упустил бутылку, тогда смотри на стену. Просто смотри на стену, готов? Оу, нет! Оу, да! Корона! Это было круто, как ты это сделал? Я коронавирус! А, вот он! Гаси его! Он убегает, он на кухне! Да? Он пробежал мимо тебя! О, я попал! О, чертова дверь, открывайся! О, мой бог, кто это, Му? Он у машины, у машины, у машины! У машины, у машины! Му-му-му-му! Оу, да! Рассчитано! А, привет, привет! Я так рад встретить тебя здесь! Интересно, про кого это он? Не уверен, что смогу! Я думаю, ты сможешь, ты сможешь! Ладно, я думаю, ты не сможешь! Он убежал, я думаю, он убежал! Он побежал туда, Тайлер! Да, я знаю, он здесь! Он где-то между этих коробок! Боже, что происходит? Ладно, все хорошо. А, я понял, что вы хотите сделать. Все хорошо. А, мой бах! Му! Му! Кто это сделал? Возможно, Делириус. Возможно, Делириус. А Вайлдкэт хорош, чувак. А черт! Он прячется в этих чертовых коробках! Ты угораешь или серьезно? Я серьезно, он где-то внутри! Помогите, я застрял! Ну да, конечно. Он застрял в коробках, которые мы не можем ни сломать, ни подвинуть. Умри, сучка! Я застрял, я не мог двигаться. Вот именно, чувак. Окей, идите за мной. Окей, окей, что ты нашел, что ты нашел? О, мы должны... Окей. Куда идем? Сюда? А потом куда? Так и не повторяйте за наглой. Да, только не в мою нычку. Чего это они так радуются? Кажется, они нашли что-то хорошее. О боже, что это за место? Какого хрена? Это же тупо. А ну-ка давай проверим кое-что. О, мой бог. Привет, Брайан, заходи. Хочешь печенек? Где ты, Брайан, где ты? Я внизу. Печеньки на кухне. Я на этаже с кухней. Оу. Я люблю печеньки. Я тоже. Нагло, расскажи мне о той картине, которая висит у тебя за спиной. Оу, ее мне подарила бабуля. Это бабулина картина. Она нарисовала ее? Твоя бабуля художник? Нет, она не художник, она умерла. Погоди, разве она не художник? Нет, она умерла. Но она нарисовала это. А ну стой! Это бабулина, вау! Это картина моей бабули! Ее надо отправить на карантин! Зачем? Потому что у нее корона! Как у картины может быть корона? Нагло, заправь кровать, вернись сюда! Окей. Это моя подушечка. Не нравится мне это! Я знаю, чувак! Я сплю на рулоне бумаги. Ты используешь ее как подушку? Да, я сплю на туалетной бумаге. Ах ты, чертов сукин сын! Черт! Вот теперь можно поспать. Я ложусь спать. Спокойной ночи. Окей. О, да. О, мне это нравится. Что это было? Я Коронавирус. Коронавирус? Да. Коронавирус. Я здесь, чтобы заразить вас. Это неожиданно хорошо. Ага. Вы реально очень неплохо смотритесь, парни. Да. А ты тот, что стоит здесь? Нет! Нет, нагло, какого черта? Оу, сорян. Посмотри на меня, ты видишь? Я думал, что ты там. Оу, ништяк, ты эта штука. Ага. Коронавирус. Я надеюсь, что этот карантин скоро снимут, у меня уже кончаются продукты. Серьезно? Ага. А мне нужно... Нет! А, да ладно! Ну зашибись, Му пришел прямо к тебе. Как ты? Откуда ты узнал? Кажись, он подрубил какие-то читы. Это было подозрительно. Мне кажется, Му написал всем в чат. Да, Му знает. Они по-любому знают. Они просто притворяются. Они знают, конечно, они знают. Это капец как подозрительно. Мы повернуты не в ту сторону. Как они могут не знать? Мы повернуты не в ту сторону.
А-а-а, я умер! 13 секунд, держись! Нет, стой! Они знали об этом все это время! Нет, мы не знали, Если бы вы не сказали, что вы повернуты в другую сторону, я бы не понял. Это ты сказал, наглая! Блин, чувак, я думал, они стригерятся на те штуки с другой стороны. Они инвалиды.